Ниндзя! Я тут поучаствовал в краудфандинговой кампании по переизданию книг по Battletech'у и хочу сравнить это новое издание с первым изданием 90-х годов. Итак, у нас есть три книжки про наемников, серый легион смерти. Это «Звезда наемника», это «Битва в громовом ущелье» и это «Цена славы». Все за авторством Уильяма Кита. И мы пока эти не будем раскрывать. Но видите, все книжечки пришли запаянные в пластик. Кто-то сидел с феном, все это запаял. А может, у них все это и поставлено как бы на конвейер. Давайте сравним два издания. Это у нас издательство «Армада». 95-й год. Ничего себе. Это, соответственно, 19-й год, издательство «Мир Хобби». И как бы сразу минус. А? Как вам такой разворот? «Мир Хобби», что за фигня? Почему как черная обложка? Не, конечно, если так сравнивать, это понятно. Это 90-е годы, прям как они есть. Здесь, конечно, гораздо более она современная. Хотя Battletech все-таки это уже типа ретро-футуризм. Но тем не менее. В принципе, мне нравится, кроме вот этих непонятных полосочек. Ну, такое себе. Вот. И, соответственно, давайте дальше посмотрим, что у нас. Помимо этого, есть здесь... У нас какие книжки уже до этого вышли? Здесь, естественно, кроме этой трилогии, не знаю, планируется что-то или нет. Фиг его знает. Уже обновленный. То есть здесь вот этот еще логотипчик Battletech с таким роботом. Здесь уже вот с новой игрой связанный. Хорошая игра, между прочим. Так, первая часть. Картинок опять нет. Здесь у нас есть картиночка. Окей. И дальше тоже картинок нет. А здесь у нас замечательный... Картинки. Ну вот. И здесь еще картинка. Охренеть. Где мои картинки, мир? Ну, ух ты. Ух ты, ладно. Напоминаю, что прошлое издание было хорошо еще и тем, что там в конце, помимо всего прочего, ну, всяких Соников и Марио замечательных, видеоас, великий дракон рекламируется, были картинки с роботами. Это было очень круто, конечно. Мы смотрели, хотя игра на тот момент уже была, но там они были достаточно такие малополигональные. Здесь, конечно, они были покрасивее. Вот. Снайпер у нас прекраснейший. Мародер. Вы знаете, что мародер — это вчистую срисованный робот с Роботека. Там на таких рассекают, собственно, злодеи. И Battletech чуть ли не начинался с того, что ребята увидели фигурки по Роботеку. И срисовали. До сих пор мародер, это вот как он, прям один в один. Просто один в один. И что у нас еще? Карта Хельма есть. Ну, это, видимо, где происходит событие книги. Давайте посмотрим, что нам может предложить, собственно, новое издание 2019 года. Мы уже немножко об авторе есть, прикольно. Картинки обновленные. И, надо сказать, более прикольные. Это уже такие современные, уже в 3D нарисованные. Кайф. Райфлмен. Мародер все еще там. Не знаю, как там вообще правообладатели Роботека к этому относятся. Но, тем не менее, мародер все еще с нами. Может быть, у них были какие-то разборки. Я, к сожалению, об этом ничего никогда не слышал. Ну, всякие роботы такие сики, команда, легкие, тяжелые. Много и гораздо больше. Warhammer! Как вам такое? Арчер. Короче, картинок роботов больше. Есть очень схематичная карта внутренней сферы. Совсем прям схематичная. И это у нас, судя по всему, да, эпохи вселенной Battletech. Вот. И на этом приложение заканчивается. Начинается, собственно, уже сама книга. Как видите, оригинальный перевод. 95-й год уже весь пожелтел. Нашел я у себя несколько книг в деревне. И выглядит реально как что-то такое ретро. Это уже новые книжки. И не знаю, становится ли на этом Hobby World. Вернее, как там зовут издателя теперь это? Мир Хобби. Ага.
Либо потому что это лишь малая часть того, что, в принципе, там издавали. Так что не знаю, остановится ли на этом мир хобби или нет. Но уже сейчас известно, что вот эти три книги — это была такая арт-подготовка перед выходом на краудфандинг самой настолки. Но в то же время они могут посмотреть на результаты продаж этих трех книг и попытаться пересдать как бы остальные. Опять же, в качестве поддержки настолки. Посмотрим. И не знаю, плюс это или минус, потому что книги, конечно, ну, художественной ценности особой не имеют. И я забыл про наклеечки, которые как бы там были одной из целей компании. Они когда-то анлокнулись. Мне, в принципе, было на них пофигу, потому что вот за всю свою, мать его, жизнь, за все 40 лет, я так и не придумал, куда их, мать его, клеить. После того, как я видел эти замечательные холодильники, все обклеенными наклейками с Терминатором, с динозаврами и прочим говном, я понял, что я так точно делать не хочу, а вот куда? Ну вот куда? Так что это просто будет где-то лежать. Не знаю, вам нужно? Ты лайк поставил? И подпишись.